Я ремембо, да. Комфорт, делюкс, хотель. SNC, да. Иностранцы там сидят. Такие харизматичные. Ну, в Бангалоре вообще много иностранцев. Везде собачки оранжевые у них. И гладкошерстные. Чикен. Слышу запах курочек. Перед Дивали он привез много сладкого. Где-то здесь покупал сладости. Вот здесь везде продают швейные машинки. Вот магазин швейных машинок. Прошли уже тоже большой магазин швейных машинок. Тут, наверное, многие хозяюшки шьют дома сами. 140 рупий штанишки. Что за качество? Гольная синтетика. Гольная синтетика. Пошли. Некогда. Вот здесь он покупал сладости. Вот. Сари. Полосатые. Красивые. Ой, какая красота. Давай пойдем, да. Let me one moment watch this сари. Вот это уж очень красиво издалека мне показалось. Какая красота. Смотрите. А это-то какое. Вот все они такие полосатые, очень красивые. Ты вообще тут все красивое. Пошли. Я в этот раз приехала. Thank you. Я в этот приезд еще даже не одевала сари. Поэтому мне новых-то не надо на самом деле. Так, а для меня small bag for mine camera. No this kind. Таких нету. Порвалась у меня веревочка на моем мешочке для камеры. Теперь я его пока пихаю сюда среди денег. Но очень хорошо, что она порвалась, веревочка оторвалась. Что она оторвалась в поезде у меня в руках. Не на улице я ее потеряла. О, но в Бангалоре земля дорогущая, поэтому тут каждый кусочек очень-очень дорогой. Саша любит такой дизайн. Ну, купи. I think this is big for you. Very big. Это для меня. Это маленькая, говорит. Он такие меня не любит, мне кажется. XL. Нет, это не XL. It's normal for you. No. А розовенькие не любишь, дарлинг? Pink, you don't like pink? No. Почему? No. А мне нравится розовенький. Давай. Вот такой ему дизайн нравится. Сейчас ему не надо. Ну ладно. Мне нравится, когда он чему-то радуется, что-то хочет. Если что-то купит, сидит, рассматривает. Монетки разные покупает. У меня почему-то к нему такое вот отношение, как к ребенку, радуется. И у меня сердце радуется. 100 рупий. 100 рупий. Сари, 100 рупий. Тетенька такая. В лифчике и в платке. Прям такая русская. Это манера одевать платок. А чего ты? Ну, красавчик будешь. Это маленькая, small, darling, small. Дверь. Аджа, old style дверь. Старый стиль. Да, sun is very strong. Солнце очень сильное. Горох, 35 рупий. Дешево здесь. Ну вот в фотопарте 60. А в Гуа даже не помню. Делали мы один раз. Бхаван. Кришна.
Удупия Шри Кришна Бхаван. Он говорит, это очень хороший ресторан. Говорит, я тебя завтра сюда отведу или сегодня вечером поужинаем. Посмотри, говорит, внутри. Он очень хороший. Я, говорит, здесь ел много раз. Если, говорит, мы будем голодные сегодня, да, завтра пойдем на шопинг и здесь поедим. А сегодня, мне кажется, я уже не буду голодной. После такой еды, мне кажется, я уже никогда не буду голодной. Так наелись. Практически два завтрака. Один обед. Ой. Что-то они все рубашки продают. Хорошие рубашки, кстати. Очень хорошие. А это юбочки под сари. Занавесочки. С такими люверсами. Ламбрекенчики всякие продают. Занавески у них очень многие с люверсами уже с такими готовыми. Я даже не знаю, что я хочу. Трудно женщине объяснить, что она хочет. Вот you want. Я бы сама хотела знать. Вот I want. Difficult. Да что же тут у них везде рубашки и рубашки? Ой, сколько мальчишки набирают. Правильно. И правильно. Разноцветие такое. Very good, very good. А чё прячешься-то? Это же здорово. Ну, это же не девочка вы. Вот у меня мальчик, пусть выберется. Ой, прям застеснялись. Боже мой. Чё ты такого-то? Не воруешь же. Наряжаешься. Парень не должен наряжаться. А уж прячется. Занавесочки. Сари опять же. В Бангалоре много хороших сари, очень много хороших. У меня первую мою приезд в фотопарти я с девочкой познакомилась. Она говорит, она модельер и готовит свою выставку. И, говорит, будут закупать сари в Бангалоре. Я говорю, а они что там, дешевые? Она говорит, не дешевые, но красивые, эксклюзивные. И из сари шьют какие-то наряды. О, висюльки, блестюльки. Может, мне и надо. Подожди-ка, мне ремень нужен. I need darling like this, or maybe something... How wide is this wide of this? Вот мне надо, чтобы он был на резинке. I need this like this. This... Okay. Only I have to try. Maybe it's small. Вот мне как-то попроще бы. Yeah. Ну, авто. Не хочу сейчас. Нет, сейчас не хочу. Потом померим. Лень. In Puttaparthi I will buy. In Super Sai Bazaar. 650. Ой, сколько. Сколько хорошеньких. Хорошеньких одеялок. Нету времени, говорит, слезь ему с байка. Поэтому покупает, прям проезжая, вернее, проверяет. Не купил. Детские шортики, трусики, полотенчики небольшие, кухонные. Храм. Нет, это, по-моему, драмсала, дарлинг, ашрам? Храм. Темпл, храм. Еле дорогу перешли. Ой-ой-ой. У него платье на голове, что ли? Детское платье. Намасте. Ай, платьишко детское на голове. Здорово.
байки. Тут едут, пройти негде. Зазывает, зазывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая торговля. Где-то говорит фиш-маркет, рыбный рынок. Я еще не чувствую. Но он, видимо, просто знает. Ой, вот этот вот рыжий в белом. Сколько у него перстней-то на руках, золотых браслетов. Вот у этого. Смотрите, сколько браслетов золотых. Beautiful. Голд, голд, сплошное золото, говорит. And what is doing on the road, I don't know. Oh, he's selling gold. Yeah, but what is doing for? You want на дороге чего, говорит, он стоит. Я говорю, продает золото. Он говорит, ну что он на дороге стоит? Я говорю, ну как реклама, видимо. Sometimes they have only color. Ну, конечно, это не золото. I not believe him, darling. This is not gold. Ну, здорово же. Вышел, да и рекламирует сам свое. Платьишки прямо... Ой-ой-ой-ой-ой. Я уже отвыкла от таких матушек, которые сами по себе. Успела за 5 дней, что в Гуане была, отвыкнуть от матушек-коровушек. Ой, ой, засмотрелась наверх, а опасность подстерегала внизу. Какой букетик красивый несет мужчина, юноша. Для декорации дома. Какие куколки. А, какие красивые девочки у вас. А сколько бриллиантов-то. Боже, боже. Саша говорит, я счастлив, что мы здесь не живем. И я. Я, говорит, после Японии, после Токио, то после Осака никогда не выберу большой город себе. Девчонки, может, мне это тоже надо? Он говорит, вот, я тебе покажу, где твои золотые купил. А это вот похожие, говорит, здесь. What name this? Похожая бижутерия очень. Посмотрите, какие прикольные. Правда здорово? Yes, ma'am. How much? 100. 100 рупий всего. Смотрите, какая красота. Вообще, прямо вот это вот красота. Сейчас что-нибудь выберу. One moment. Так трудно выбрать. Да. Сейчас. У меня шарфик очень длинный, я его неправильно ношу. Нет, такие тяжеленькие мне. Бедный Саши изнывает прямо. Но мне же что-то хочется. Вот такие, может быть, купить. Порадовать надо мужа, чтобы... Он мне что-то купил. Так, это тяжеловатые. Он молодец у меня вообще. Он стоит терпеливо, как нормальный индийский муж. Пока жена выносит ему мозг. Такие у меня есть. Наподобие таких есть. Рубинов у меня, правда, нету. Сейчас, все, скоро я тебе скажу твой приговор. Давай вот эти вот, вот эти вот. Давай мне. Давай мне вот эти. 200? Не, 200. Сам сказал 100. Вот обманул. 100, говорит. Да. First I ask, he tell 100 rupees. No, I think everything. Ага. Ты теперь, говорит, отойди, а я сейчас проверю. Это другой стиль. Но я могу и этот стиль купить. А что? Это мере. Золото, бриллиант.
бриллианты. О, у меня уже в глазах рябит от золота и бриллиантов. Нет, эти большие, там были поменьше. Нет, не хочу. Не хочу, сама не знаю, что хочу теперь. Пошли. Эти все тяжелые. Пошли, дарлинг. Пошли. Здесь вообще горошек за 30 рупий килограмм. Килограмм, 30 рупий. Ой, кукуруза. Can you eat? No. А чё, как есть-то? How eat? How to eat it? Просто вот так есть с масолой. Корн, это здесь есть корн, дарлинг. Вот они как накладывают. Китна? Китна вам 20 рупий один стаканчик. Видел трай? Ну нет, я не хочу. I not hungry, very not hungry. Я очень не hungry. Он только гулаб джамун хочет. Возле каждой лавки. Девчонки, как птички прям собрались. Все блестит, сияет, ослепляет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я уверена, что они так же, как и я, 1,055,000 пару покупают. Давай посмотрим. Но они любят больше золотого цвета. Вот что там у самого этого в руке розовенькое что-то, а браслетики. This was the one you saw first place. Not so long. Kitna? Сколько? Вначале узнай. 100. Да, давай. Это хорошее. Обындусилась я, обындусилась. Хорошо? Хорошо? Thank you. Давай, ага. Позже отдаст. Ой, как мне нравится у них форма. Красавчики. Смотрите, как покрашено с любовью. Везла в food color to his shop. А там вон фрукты, фрут-салат. Я думаю, себе каждый день делаю. Так, что насчет браслетов? Надо ли мне? Пошли. Вот они везде, везде, везде. Золото, бриллианты. И мужья, и дети вынуждены ждать, стоять, пока мамы выберут себе побольше золота и бриллиантов. Прямо артист, прямо артист, как он мешает. Самозабвенно. И здесь. То это, по-моему, куда? Бубенчики-то? На руку, что ли? Ну, кошелечки тоже вещь необходимая. Мне надо сумочку для моей камеры. Новый домик. Новый домик для моей кормилицы. На голове несет. Хвостики. Хвостики, черные косы можно купить. Это
Сколько стоит штраф Танглин? Сколько они стоят? 100 рублей. 100 рублей. 100? А 70 нормально, он люблю. Чтобы моя камера болталась среди денег, среди других чего-то, чтобы она до чего-то дотрагивалась. Давай, хорошо. Tell him cut. Я говорю, железячку уберите, мне железячка не нужна будет. Мне нужна только вот сама сумочка. Даже уже две купил. А, give me, I will put. Он даже две мне купил, чтобы я уже не мучилась. Open this. Ну все, правда, веревочка коротенькая немножко. Да, окей, сойдет. Better than nothing. Лучше, чем ничего. А вы что тут покупаете? А вы? Ой, золото прямо на столбе висит. Круто, ой. Я бы по топарте-то купила еще одну. Здесь не надо было две-то покупать. Pillow I will buy in ashram. Да, две штуки за 60. Pink. Элефант найс. Слоники хорошие, да. Две за 60. Давай. Двух слоников, то элефант. Ну что там уж смотреть на это? По 30 рупий, что смотреть на качество? Красота. Very beautiful. А что? Теперь нормально? Чего? Че, Саши, все что-то пылит. Смотрите. Он спрашивает один сет. Тот говорит, что ты меня спрашиваешь? Сколько ты мне сетов дал? Ну, наборов. Потому что, говорит, я ему 500, говорит, дал, и он думал, что я собьюсь. Какой размерчик? Ой, они разные. It's very good. Many people come. Тике. Ачахе. Ой, такой хороший размер, да. It's good, many people come. Now price. Yeah, 300. А, это 300? Давай за 150. Меньше, давай. I don't like that. Yes. This nice. Blue nice, very nice. За 150, давай. This size is perfect. Perfect. Ача-ача. Нам не надо катан. Нам не надо катан. Зачем нам катан? А че? Купил? How much you pay for blue? 140. Ой, какая красота. Вообще не пройти спокойно. Сплошная красота. А юбочки-то какие? Нет, юбочки уж совсем уж деревенские. Как Ирочка моя Розенберг скажет, какашка. Я думаю, Ирочка, это какашка юбочка? Юбочка в ромашку. Свернули с большой улицы. И здесь вот такие всякие разные пластиковые штучки продаются. Где тут цены-то у них? 219. Всякие органайзеры. Смотри, говорит, свои карманы.
Так, и зачем я все это перла из Москвы, из Опрашки, из России? Вот все же мои орхидеи здесь есть. Вот что это такое? Вот эту вот я такую привезла. Все же наш любимый родной Китай делает. И для них, и для нас, для всех. Елки-палки, пол чемодана везла. А оказывается, не сильно и надо. Ага, сейчас я посмотрю. Вы меня не торопите. Вот такие вот я больше всего люблю. А вот эти какие нежненькие. Так. Красота. Ага. I buy small one more. Buy да. Some every time. I да. Buy 4-5 potatoes. Да, да. Давай. Yeah. Вот маленьких таких мы отправляем же украшения. Заказывают. Сейчас будет пробка. Там машина едет, а тут рикши приехали. Ну все, пробка началась. Никто не хочет уступать, делать в один путь, в это одностороннее. Ну, байки могут развернуться и уехать. Но рикшам тоже надо отъехать немного. Машина никак тут не проедет, никак. Я спрячусь. Рикшам надо уезжать. Ну что, у них глазомер, что ли, вообще никакой? Вот что он сюда пёрся? Машину-то видел. Смотрите, какая. Для всяких-всяких-всяких спайси. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут за этой машиной такая жизнь, оказывается. Столько всего накопилось, что рикши, конечно, там вообще были не в тему. Да. Ой, какой комодик для женских радостей. Золото бриллиантов. Ой, Саши, купил сколько надо. Донесли еще каких-то корзиночек, видимо, раскупается, все очень хорошо. Мама дорогая, такая пожилая амма. А, ну там картон. Тяжело. О. 144. Ага. Вот тоже. Ну таких нет. I have this. Такая у меня есть. Такую ты мне дарил уже. Ой, а это что такое? Интересно-то как? $120. Ага. 100 вон, девчонки что-то такое нашли. Ну, красота же за 100. Смотрите, какая прям вот невероятная. 150. Ой, я уже утомилась удивляться. Восхищаться. Курточки, футболочки, детские джинсики. Ну, опять же,
любимый пластик. Коврики. Короткая она ему, короткая, короткая, говорю. Город прохладный, поэтому вот толстовочки продают. Но нам дальше уже и не пробиться. Такое впечатление, что здесь не выстави, все всем надо. Но может, кроме вот этого, это уже у всех есть. Рупий килограмм, побольше. Not so big. Мама, здесь 20 рупий, 250 грамм. Вот то вот лучше. А это? А это, this, how much? Давай лучше этого, да, уже чищенного. Да, да. Как будто мы это съедим за 3 недели оставшихся. Зашли на более тихую улицу, слава тебе, Господи. Это вот отделка выреза платья. 560 рупий. Платье на сальвар камис. Как-то я как-то ищу культурную программу бы себе хотела. Not here. Very small one. Even in Puttaparthi they sell, but they are expensive. They sell 1 for 3 rupees. Here maybe 1 for 1.5 rupees. Ой-ой-ой-ой-ой. Какую-то мы забрели Марианскую впадину. Все, выбрели. Газ. Вот я говорила, шарики. Шарики для праздника, для декорации, декорейшн. Приклеивать что-то. Здесь магазин «Праздник-праздник». Можно однотонные шарики купить и декорировать все, что хочешь. Уголок мира, покоя и шанси. Все отдыхают. Среди этого шума, шопинга и погони за материальным 3 души наслаждаются просто отдыхом. Что там такое? А, что-то паяют. Маленькая девочка помогает родителям. Тащит воду. 10 литров, наверное, да? 10. Хорошая еда, ушки пронумерованные. И вот еще одна коровка. В конце этого рынка вот такой храм, маленький темпл. И чудные коровки. Сделали им такой хлев, перегородили, да и все. Еда, лепешечки, ладу. Пошли, мне все равно, у меня нет приоритетов. Я здесь, в этом мире, просто транзитом посмотреть, как тут земляне-то живут в 2019 году. Упс, там тоже магазин, видимо. Что там, кстати? Да, наверное, ступенечки и магазин. Кругом пластик. Пластик, пластик, пластик.
И здесь пластик. Прямо несколько улиц пластиковых. Тележки. Это тележки для торговли или для мусора, ссора, наверное. Ага, я поняла, что там за шум. Ой-ой, аккуратненько, аккуратненько. Ага, иду. Ага, хорошо, что новые тапки не купила. А то бы уже попачкала их. Детские машинки. Вон какие, прямо приличные. Так, можно пройти. Иду, иду. Смотрите, какие велосипедики, машинки. Обезьян продает девочка. Пошли куда-нибудь уже отсюда. Хватит уже, я устала. Вот они, занавески. Пора, пора отсюда выгребать куда-то уже. Пошли в отель. Я, кажется, нагулялась, нашопилась, насмотрелась. Столько цветов девчонки несут. Кто-то купил, что ли, у них эти цветы? Нет, мы не едем? Не сошлись в цене? О, кого-то мы тут по дороге оккупировали. Какие красивые гранаты. О, это вообще... Оранж, ван кейджи. Ван кило. Чар? Только чар? Ух ты. Ну что там? Сговорились? Хорошо. Яблочки по 80, мандаринчики по 50. А дыньки по 20. 20 рупий килограмм вообще. У нас ножа нету. Ой, у нас уже 3 ножа есть, кстати, купили. 3 ножа. Я забыла. Да, I have to change. I will give. Для водителя. Уже вся мелочь у Саши закончилась. Перешли на мою. Бата. Да мне. Tomorrow мне, наверное, и не надо. Ну, посмотрим. Он говорит, завтра мы придем. Это, говорит, недалеко от нашего отеля. На самом деле, у меня есть... Одна вообще не ношенная. Да. У меня три пары. Одна заношенная в дребезге в Санкт-Петербурге и 2 новых. State Bank of India. One more bata. Еще одна бата, да. Он говорит, завтра сюда придем. Seiko, darling. Seiko. T-shirt. Seiko, it's watch. It's for t-shirt, darling. T-shirt. А я говорю Seiko. Seiko. Seiko is Japanese. Japanese часы. Next one is t-shirt. Японские. Как хорошо, что здесь рядом есть чайная лавочка. Саши же чай пьет
каждый час Royal Life. Это должен быть чай, когда Royal Life. А я потом съем мандаринку для своей Royal Life. Ну все, пробежались славненько, так хорошо. Развеялись, разнообразие какое-то в жизни. Не успели приехать, 5 дней всего в фотопарте. Уже, понимаешь, однообразие. Нам разнообразие понадобилось. Ой. Фух.